прилично ли подходить вот так вот к людям? Они спокойно чаек пьют, а мы к ним ворвались в их личное пространство и говорим: «Здрасте, мы ваша тетя». Я думаю, что они сами бы рады были ворваться в ваше пространство, но просто большинство людей стесняется. А еще менталитет играет свою роль. Поэтому я думаю, что это нормально. Нужно развиваться, общаться и налаживать коммуникативные способности. Я умею сыграть так принять. Ну расскажи, ты-то как здесь оказалась? Для чего? Посмотреть, что тут вообще за мероприятие. А у вас что? А есть девочки? Ты там видел, что ты снимаешь? Уже поздно. Уже запись идет. А что написано камерой, то не вырубишь. Да. Ничем. Я потом увижу, интересно. Профиль ТВ в YouTube канале. Фотографии так и не... Ну, ВКонтакте, окей, запись выложу. Зараз тебе так... Нет, я на своей страничке выложу и тебе отправлю. Ну, расскажи, чем ты занимаешься. Кондитерская у меня своя, потихоньку развиваюсь. Да? Замечательно, ну ладно. Я так смущаюсь, где? Хватит меня снимать. Хорошо. Позволение, я просто видео сниму. Здравствуйте. Да. Я Татьяна Почкаева. Меня можно найти в Фейсбуке, ВКонтакте. Добавляйтесь, буду рада. А вы визиточку-то свою оставите? Нет, визиточку не оставлю. Я не подготовлена. Но я только нахожусь в интернете. Ну вот в следующий раз подготовитесь. Да. Окей, спасибо. Это что такое? Это моя визитка. Да, конечно. А вы чем занимаетесь? Парикмахером. Замечательно. Я тоже подаю парикмахерское дело. Замечательно. Еще там веду отряд главы города. Витязь, Витязь, социальная. Да-да-да. Практически, но вы же красивая, вы же как модель можете выступить? Нет? Ну тогда расскажите, а что здесь происходит? Меня снимаете, как-то. Здесь происходит встреча бизнес-фэмили, встреча предпринимателей, руководителей компании, топ-менеджеров. Здесь проходит знакомство в неформальной обстановке, также обговариваются деловые связи. Все проходит в неформальной деловой обстановке, в дружеской атмосфере. В принципе, все люди обмениваются контактами, знакомятся, общаются, пьют кофе, чай и ужинают. Спасибо. Подождите, вы представьтесь для начала. Я же на визитку дал. Вы меня на видео снимаете? Да, чтобы видео снять. Меня зовут Вадим, агентство «Дари посуду». Вот ваша визитка. А визитку не видно. Она не будет ни в фокусе. Не фотогенично. Агентство «Дари посуду». Занимаемся свиданиями на крыше и организацией разных романтических сюрпризов, праздников, поздравлений. У вас студия где-то или вы? Нет. И все, это у вас так просто свидание на крышах и все, да? Да. Больше нет, нечего рассказать, как бы. Все так круто. Ну это самое, как сказать, яркое, чтобы нас можно было узнать. А, ну а и услуги еще есть, да, различные? Да, у нас агентство для влюбленных. То есть мы организуем разные романтические сюрпризы, годовщины, выписки из роддома, поздравления, дни рождения, там, предложения руки и сердца. Недавно мы делали предложение, ребята летели на воздушном шаре в форме сердца, ну, парень с девушкой, и вокруг них несколько раз пролетел самолет с флагом, там, «Леночка, выходи за меня». Не видели? Круто. По новостям показывали. Нет, где можно посмотреть? А у нас есть группа ВКонтакте, на сайте можно посмотреть. Окей, посмотрим обязательно. Если там годовщину нужно будет организовать, либо какой-то сюрприз сделать. У нас сейчас, кстати, новинка появилась. Краска, которой можно на автомобилях рисовать.
Там, и она легко стирается, да, потом, она, да? Она как помада, ну, то есть она на мойке легко смывается, не царапает ничего. И можно кому-нибудь прям, ну, разрисовать машину на день рождения, например. У кого сердце крепкое, да? Да. Окей, хорошо, спасибо. Да, с чайничком. Все, суета пошла. Запись идет, суета идет. Все правильно. Расскажи, как ты сюда попал? Ну, меня сюда приволокли друзья в качестве реабилитации. За что реабилитироваться? А что-то говорят, что-то ты засиделся уже тут. Вот, а я что-то решил поменять профессию, пространство, время и все остальное. Сходим, посмотрим, что там творится в мире. Ну, вот я... ну и что здесь творится? Ну пока еще не понял. Вот сейчас выпью вина, съем вкусного суши, говорят, здесь неплохое, а там будет видно. Так слушай, это уже не будет твориться, это уже будешь творить. Ну и всякая после вина поучаствуем. Окей. Ладно, спасибо. День добрый. Куда вы последний? Куда вы показываете? Ну понятно. Любимое детище, да? Тогда развернем его вот так вот, чтобы было понятно, что здесь какой-то гламурный батонок. Даже здесь, да? Здесь все. И фото, как будто я читаю. Знаешь, что говорят? Нет. С вашего позволения, можно для видео чуть-чуть снять? Все. Ну а что, нельзя? А что надо? Говорить что? Да, конечно. Вы не ожидали, не хотели. Это моя тайная любовница. Тихо. Он врет. Да ничего, интернет разберется. Кто здесь? А как? А я же главный слуховик. А где сам-то виновник? Здесь он ходит. Прекрасная девушка. Да. Ну ладно, раз виновника не нашли, пойдем дальше. Спасибо. Нет, это нереально. Нереально? Капец. Ну, ты... Я понимаю, но как бы иногда бывает спонтанно приходит. Если завтрак, то, конечно, да, мы это не делаем. Не, ну как, ну есть целый день еще завтрашний. А, ну если только к вечеру. Да? Ну тогда скажи, конечно. Сколько времени если надо? Если утра на завтрак точно не надо. Ну то есть к вечеру, к ужину. Ну если к вечеру, то еще, в принципе, можно, но для какой-то. Ну пироженки хотя бы, ладно? Там на четырех человек. А вот декор еще зависит. Если декор такой попроще. Нет, нужно, чтобы вот, смотри, вот, нужно, чтобы было вот очень-очень вкусно. Вот прямо очень вкусно, чтобы пальчики облизываешь, да? И самое главное, чтобы, ну, девчонки потом тебя просто за это расцеловали. Но декор нужен серьезно, нет? Ну, если для девочки, то конечно. Ё-моё. Ну, слушай, ну за 7 дней это так сложно, это тяжело. Я не могу за 7 дней планировать такие чудесные вещи. Ну, это же... 3 дня нормально? Нет, завтра. Завтра. Ну, 4 пирожных маленьких таких. Надо всегда говорить, сделаю. Наверное, а там уже разберемся. А там разберемся, да. Главное, сделаю. Возможно. Такое ощущение, как будто я что-то пропустил. Вся тусовка идет здесь. Да? Мне так кажется, да. У вас сборище какое-то. Что у вас происходит? Вроде все нормально, все прилично. Все прилично, да? А почему у вас здесь? Мы обсуждаем конференцию Путина. Ну ясно. Вы что, шутите? Такое, такое серьезное мероприятие, и вы такие несерьезные вещи обсуждаете. Там уже все решили, все вопросы. Уже все ответили уже, да? Я тоже послушала, что все там нормально. Все, одобрили? Все, самое главное.
Ну, готовимся так... к выборам, но... Ну, ладно. Сейчас а... выберем кого-нибудь. А вы чем занимаетесь? Я занимаюсь соцсетями. Ирина, ты не знаешь Андрея Шалимова, что ли? На всех мероприятиях была? Бриллиант, как бы так его зовут. Ну, как, короче, какой такой, очень похож мне внешне. А чем вы отличаетесь от господина Адамова, который тоже, примерно, тем же знаком? Ой, вообще сильно отличается. Нет, это вообще Адамов, он без него и соцсети, он же журналист. А так, ну, а Андрей тоже сказал интернет? А вы как бы не знаете, что такое? Журналист и дизайнер, да. Чего? Всего, что вам понадобится. Дамов сейчас Дамов уже не занимается, уже в этой компании не работает агент соцсети. Но Адамова мониторит московский, то есть красноярский офис занимается обработкой московских заказов. А у вас? Региональное СММ-агентство. То есть я занимаюсь продвижением. Сейчас снимаете, да? Да. Ну, а тогда от Мясникова чем-то отличаетесь? А Мясников не работает в компании ФВФ. От Мясникова я сейчас тем более отличаюсь, потому что Мясников работает сейчас I Love Running в компании. Занимается популяризацией бега. Все понятно. А ФВФ компании Илья Лабутский, это компания, которая специализируется прежде всего на пиаре и на своих медиаресурсах. А я занимаюсь коммерческим продвижением, то есть у нас все на... Окей, понятно. Теперь только осталось узнать, чем вы занимаетесь. Я даже не знаю, с чего начать. Вообще я директор по маркетингу студии Chips, занимаюсь, специализируюсь в брендах. Бренды и все, что с ними связано, от создания идеи до идентики, фирменных стилей и всего-всего, что с ними связано. Ну, понятно. Вот. Ну, еще так. Ну, ясно. Ну, а с вами-то мы все со всеми знакомы. Спасибо вам.